Здравствуйте, дорогие друзья! Кинофестиваль «Покров» приглашает вас на очередной просмотр лучших своих фильмов. Буквально через минуту вы увидите фильм краснодарских документалистов под названием «Бэнгуань». Уже по названию вы, наверное, поняли, что речь пойдет о чем-то необычном. Действительно, фильм режиссера Галины Дудкиной о последней православной духовной миссии в Китае. Поэтому и название соответствует району города Пекина, где в 18 веке получили возможность жить и молиться члены русской православной общины. Сегодня миссия уже восстановлена, и в Китае действует несколько русских православных храмов. Но было время, когда нашим миссионерам пришлось покинуть Китай, и на долгие годы православная жизнь в этой стране была практически под запретом. Фильм историческими фактами рассказывает об успешной миссии в этой далекой и древней стране, которая не отвергла христианство, а приняла его в полной мере. Но как развивались события на протяжении всей миссионерской истории в Китае, вы увидите сейчас в фильме «Бэнгуань».